Пока замены им не придумали. Собаки-поисковики. Особое подразделение МЧС. Без них не обходится ни одна спасательная операция. Мало кто знает, но при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях привлекаются к работам и питомцы обычных рядовых собаководов. Но прежде они вместе, хозяин и его четвероногий друг, проходят спецподготовку. В наших краях она проводится на базе федерального поисково-спасательного отряда в поселке Новом. Насколько сложен процесс обучения, буквально на себе испытала наша съемочная группа. Для большинства четвероногих волонтеров и их хозяев это первая тренировка на площадке. А потому упражнения на снарядах преодолеть удалось не всем. Например, маламут по имени Карат, несмотря на старания его хозяйки и опытного кинолога, не захотел залезать на горку. Дело времени, я думаю, что сможем, мы одолеем все снаряды. Нет ничего невозможного. А почему? Во-первых, лайкоиды, вот эти вот породы, они считаются самыми лучшими поисковиками. Это в теории. Мы решили доказать это на практике. Ну и, в принципе, если моя собака в реальном поиске хотя бы одного человека найдет, то я считаю, что собака прожила не зря. Лохматый поисковик должен быть не только физически развитым, но и послушным. Над последним также работают здесь. Если собака не будет управляема в поиске, мы ее можем потерять. То есть комплекс упражнений по послушанию обязательно должен быть. То есть без этого никуда. Первичная аттестация смотрится именно ППЛ. Как собака управляется проводником. После тренировки на площадке приступают к уже привычному и любимому – работе на местности. Основная задача собак – это поиск людей. На занятиях этому уделяется большое внимание. Сегодня четвероногим спасателям предстоит найти меня. Я спрячусь в этом здании. Не знаю, сколько мне здесь сидеть, пока меня найдет собака, но условия приближены к экстремальным. Мой спасатель Одиссей. Он нашел меня меньше, чем за 3 минуты. Обычно во время отработки техногенного поиска собакам необходимо найти 3-4 так называемые человеческие закладки, причем всех. Свою находку четырехлапой обозначают лаем, а после команды хозяина пострадавший обязательно должен поощрить собаку. Из собак-волонтеров к техногенному поиску допущены только 3. Они уже прошли аттестацию. 4 сдача экзамена предстоит весной. Но и они во время тренировок будут работать в развалах. А пока эти псы проходят курс молодого бойца, привязку к человеку. Главное здесь забыть про своего хозяина. Ведь во время реальных поисков четвероногому спасателю должно быть безразлично, где его владелец. Но лайки Норду сконцентрироваться на задании мешают и товарищам. Для него отказаться от общения с собаками – это слабое место. И вот мы сейчас привыкаем к тому, чтобы, в общем-то, где-то игнорировать. Потому что, когда работаешь, надо игнорировать общение с собаками. Вот для него это трудно. Для воспитания собаки поисковика-спасателя необходимо от 6 месяцев до года. Это очень ответственная работа, ведь в реальной ситуации у собак нет права на ошибку. Занятия проводят абсолютно бесплатно. Правда, есть некоторые требования к кандидатам. Собака обязательно должна быть лояльна к людям. То есть собак агрессивных, собак, которые могут укусить, а пострадавшие в среднем случае ведут себя неадекватно, в ПСС нет таких собак. Собак таких не берут, с ними не занимаются, не работают. Пополнить ряды спасателей может и дворняга без роду и племени. Имеют значение в первую очередь ее размер и возраст. Набор в волонтерский отряд начнется в следующем году. Попасть в него сможет каждый желающий. Но тренироваться придется каждые выходные. Елена Портнова, Ильнар Мустафин, РЕН-ТВ, Набережные Челны.